Безусловно, человек, которому посвящается следующая песня, тоже велик. Просто он не может быть невелик. Это вообще. Это премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Что тут говорить? Только пейте. Вот как-то я, значит, в ноябре попал в больничку, и он пришел в эту больницу, представляете, в 67-ю городскую, да. Я лелеял слабую тайную надежду, что он пришел ко мне, конечно. Поправить. Да, это, типа, ну, не отошедший от наркоза мозг, знаете. Ну, я только 2 километра не дошел до того корпуса, где я его ждал. Но вот такая песенка все-таки явилась. Как-то раз лежу в больнице, одноногая и не быстро. Вдруг забегали сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Дабы выразить участие, он заедет к главврачу. Мой сосед сомлел от счастья и повторно сдал мочу. Набежало тут народу, стали драить весь этаж. Санитар Степан как воду пил C2H5OH. А проктолог был в завязке, принял фенобарбитал. И на марлевых повязках всем улыбки рисовал. Туалет отмыли чисто, потеряв всего 2. 10 опытных чекистов закосили под больных. Пробрались в палату, мирно постояли на часах. И легли по стойке смирно с пулеметами в трусах. Вот и общество готово в коридоре топача. Для приветственного слова рот открыт у главврача. И заходит тут охрана, все на вышку стоят. В бюджете есть дыра, но жива еще Россия, мы в ответ ему ура! Он без нанотехнологий, мы в натуре ну никак. Он забот и тревоги, мы их не надо натощак. Он коррупцию как грелку, мы ты только укажи. Он бывают недоделки, мы да ладно, бомжи. И одели все, одели, санитар Степан затих. Тараканы улетели, крылья выросли у них. Главный врач Назарин заплакал и сказал в ответку речь. Да за эту вред зарплату мы костями готовы лечь. Нам бы лишь побольше грантов и появится просвет. Тут же трио ампутантов. Звонят колокола. Он дал целый совет, речь удали на обед. Как хорошая примета, засорил с туалет. Все ушли в палаты рано после праздничка приврать.